Я бы здесь на этот вопрос ответил таким образом. Если планирование и действия исходили со стороны ополчения, мы могли бы как-то спрогнозировать, что будет, как будет. Но поскольку ополчение не собирается предпринимать никаких активных действий по освобождению там территории Мариуполя и так далее, то мы вынуждены анализировать возможное поведение киевской хунты. А киевская хунта ведь не самостоятельна. И Донбасс это инструмент давления на Россию. То есть вот этот конфликт, он ведь заморожен в таком вот состоянии не случайно американцами, как и Карабах между Арменией и Азербайджаном. Это все средства почти силового давления на Россию. И многое будет зависеть от того, я уверен, как будут эти переговоры, в частности, по Сирии. Там очень жесткая терка идет, но мы же видели, как Керри и Лавров 12 часов, не вставая, обсуждали вопрос по Сирии, потому что там ставки колоссальные вот по этому региону, по Ближнему Востоку и так далее. Особенно после того, когда Путину, на мой взгляд, удалось сделать просто классную трехходовку. Я имею в виду, первое, это же мы спасли Эрдогана. Мы слили ему информацию по поводу того, что готовится переворот. И он успел, в общем-то, там разобраться. Второе. Накануне встречи с Эрдоганом, об этом мало кто говорит, Путин ведь встречался с лидером Ирана. Зачем? Так обсуждалась консолидированная позиция, я так думаю, по Ближнему Востоку. И России очень важно снять определенное противоречие между Турцией и Ираном. И если удастся выработать консолидированную позицию этих трех стран, то тогда влияние США и Израиля в этом регионе значительно может уменьшиться. Отсюда, собственно говоря, и давление на Россию, и на Эрдогана, и так далее, и на Иран. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться там обстановка. Я подчеркиваю, Украина и все, что с Украиной произошло, это план, согласно которому эта территория должна быть подготовлена против России. И пока он осуществляется, к сожалению, очень успешно.